О России написано множество песен душевных, лирических и драматических. Одни слушаешь с трепетом и дружью в сердце, другие с гордостью. Но какие бы песни о родине ни были, безучастным к ним быть невозможно. Ты от рождения бьешься в каждом сердце и наполняешь гордостью сердца. Моя страна огромная, как детство, которой нет ни края, ни конца. Семья Гуреевых сегодня на концерте в полном составе. А как иначе, глава Борис Гуреев и его сын Глеб среди выступающих. Этот праздник мы каждый год отмечаем семьей всегда вот на таких мероприятиях, на торжествах. И уже у нас растут юные артисты, которые тоже принимают участие в праздниках, посвященных Дню России. День России, ты считаешь, праздник это насколько большой? Это настолько большой на всю Россию, что ее знает каждый человек. Поздравляем вас с таким прекрасным праздником. Очень хорошо, что он есть. Очень хорошо, что он вселяет в нас то чувство, которое мы можем передать своим детям, всем, кто сегодня собрался. Самое главное – мира во всем мире, и будьте все счастливы. «С Россией в сердце» – так назвали концерт. Этот праздник – один из тех, который объединяет творческие коллективы Ленинского округа. На сцене – ансамбли и сольные исполнители. Поздравляем всех жителей Ленинского округа с этим замечательным праздником. Это очень важный государственный праздник нашей России. Желаем всем добра, тепла, милосердия. И в наше нелегкое время быть всегда едины, быть силой, мощью нашего государства. Сегодня замечательный праздник. День России. Я от всей души поздравляю не только наш округ большой, а всю Россию. Музыка задала настроение, и люди радовались празднику, поздравляя всех с этим замечательным днем. Я поздравляю Россию с праздником, желаю процветания нашему городу, жителям, ну и всего самого классного. Обязательно отмечаем. Мы отметили дома хорошо. Вот, поэтому вышли еще погулять и посмотреть концерт. А в основном День России отмечаете в кругу семьи или с близкими друзьями? С друзьями. Встретились сегодня, отметили хорошо. Мне очень дорог этот праздник. Я честно скажу, что я родилась не в России, но для меня Москва всегда была столицей нашей Родины. Вот. И я вот прямо чувствую, вот, ну как, единение вот со всей страной. Как вас зовут? Дон. Кто вы по национальности? Россиянин. Слезы разлук напророчат невзгод. Пусть горечь обид, как капризная вьюга, невзгоды пройдут, и обида пройдет. Вот рядом стучит сердце верного друга. Татьяна Брылова, Марина Носова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.